Здравствуйте, дорогие подписчики, гости канала. Сегодня у нас 1 мая, всех с праздником, мир, труд, май, как говорится. А сегодня мы приехали на пасеку. Цена воска, как всем известно, поднялась. Вощина стоит 5000 рублей за 5 килограмм, поэтому мы сегодня будем плавить, перерабатывать старую сушь. Я вам покажу, как я это делаю. Будем плавить воск, чтобы потом обменять на вощину. Посмотрите, что мы сейчас будем делать. Значит, поставили ведро воды, пол ведра воды налили и сейчас нагреваем на мангале до состояния кипения. Ну вот, друзья, сверху всплывала мезга. Это продукты жизнедеятельности пчел, коконы, личинки, перга. Ну, можно ее убирать. Сейчас разогреется немножко еще. Снимать шумовочкой. Отдельно. Мезга также сдается в магазины пчеловодческие. Проволока от рамок попадает. Дай ему спечь. Там у тебя сейчас все будет перемешку с воском. Папа сегодня оператор у меня, помогает. Мы ведро с огня сняли. Сейчас процеживаем через сито. Поближе покажи. Встряхиваем. Так, а эту мезгу в сторону всыпаем. Так. Все. Сейчас остатки здесь с ведра выгребем. И можно обратно перелить, чтобы блинчик был ровнее, когда высохнет, это все застынет. Вот уже чистый воск и вода. Воск застынет, поднимется наверх, а вода останется внизу. У меня один вопрос, пчеловод. А как ты будешь тазик отмывать? Дай совет начинающим. Щеткой железной. Охереть! По-другому не получится. Ну да. Ну что, дорогие друзья, постоял у нас воск, ночью застыл, легко достали мы его без особых усилий с ведра. Вот получился вот такой блинчик. Подойди поближе. Единственное, здесь нужно будет сейчас почистить вот от грязи немножко его. Сейчас мы для удобства, чтобы легче снималось, подпалим горелочкой чуть-чуть. И вот эти вот остатки грязи очищаем. Вот мы почистили воск, остался такой вот блинчик, ну немножко, то есть не первого сорта, конечно, но тем не менее, почистили более-менее мы его удачно, я считаю. Сейчас мы посмотрим, сколько будет весить выход, какой у нас. Подойдем. Вот получилось килограмм, как раз вот 17 грамм там грязь, ну ровно килограмм примерно. Обменяем на килограмм вощины. Вощина сейчас дорогая, порядка 700 рублей за килограмм будет стоить. Ну вот сэкономим. Не нужно 5 килограмм на пасеку взять.
4 возьмем за наличку и килограммчик обменяем. Ну, если вам видео понравилось, вы обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк. И до скорых встреч, ребята. Пока-пока.